друзья и ученики, сегодня очередная серия пит-стопа, а значит, отвечаю на ваши вопросы. И сегодня начну с бега. В последнее время мне очень много задают вопросов по поводу бега. Как я к нему отношусь, как лучше бегать, в какой лучшей обуви. К бегу я отношусь крайне отрицательно и вообще никому не рекомендую бегать. Особенно, если у вас проблемы с позвоночником. Особенно, если в поясничном отделе позвоночника. Если вы не хотите иметь проблем с коленными суставами, с позвоночником, я настоятельно рекомендую вам не бегать вообще. Потому что от постоянного бега проблемы придут. Америка самая бегающая страна. Поверьте мне, я живу здесь и постоянно вижу десятки людей, бегающих по асфальту, вдоль дороги, на стадионах, везде. Конечно, многие могут сказать, они бегают по асфальту, там совсем другая поверхность. Но поверьте мне, неважно, как и где вы бегаете, в какой обуви, регулярная нагрузка, травмирующая на коленный сустав, приведет к тому, что сейчас есть в Америке. Самая распространенная в Америке операция – операция на коленном суставе. Из-за чего? Правильно, из-за бега. А представьте, если у вас еще и излишний вес, а в основном люди начинают бегать для чего? Для того, чтобы избавиться от лишнего веса. Да, вес уходит, но вес уходит в первую очередь мышцами. А нам с вами, любому человеку, кто хочет выглядеть здорово и быть здоровым, мышцы просто необходимы. Поэтому классическая аэробика, монотонная вообще в принципе, и бег в частности, противопоказаны натуральному человеку, то есть человеку, не использующему никаких фармакологических поддержек, анаболических, андрогенных стероидов, гормонов роста, инсулина и тому подобного. Если вы хотите хорошо выглядеть, в первую очередь задумайтесь о своем питании и о грамотных силовых тренировках. Но я отклонился, вернемся к бегу. Если многие скажут, а мне в комментариях многие пишут, что просто нужно грамотно бегать, используя определенную технику. Ребята, действительно можно, используя определенную технику, немножечко снизить нагрузку на коленный сустав. Но травмирующий фактор все равно остается. Если у вас, когда вы бегаете, перемещаетесь, присутствует фаза полета, то есть, когда обе ноги находятся в воздухе, то обязательно присутствует и фаза приземления, когда коленный сустав испытывает перегрузку. Именно это приведет к травме. Если же вы еще занимаетесь целенаправленно силовым тренингом, это приведет к травме еще быстрее. Если у вас больше 10 кг лишнего веса, вы травмируетесь очень быстро. Но это того и не стоит, потому что бег не самое хорошее средство для того, чтобы избавиться от жира. Вот сейчас я не говорю от лишнего веса, а говорю именно от жира. Потому что, когда мы говорим, хотим похудеть, все мы, естественно, здравомыслящие люди, подразумеваем избавление от лишних жировых накоплений. Так вот, только питание и силовой тренинг позволят вам это сделать. Бег, особенно монотонный, как и классическое кардио, приводит к замедлению метаболизма сразу же после остановки бега или любой классической аэробной работы. Замедляется метаболизм, ухудшается состояние центральной нервной системы, и что самое главное, монотонное классическое кардио угнетает процессы восстановления, угнетает иммунную систему. Именно поэтому, когда еще в Америке были машинные заводы, были конвейера, максимум, что позволялось людям работать на одной операции, это 2 года. И то максимум, обычно не доводили до этого по одной простой причине. Люди начинали болеть, люди уходили на больничные, у людей понижался иммунитет, падал метаболизм. Естественно, капиталистам это не нужно, потому что идут убытки, люди болеют. Только из-за этого, в первую очередь, они обеспокоились этой проблемой и изучили ее. Но об этом, естественно, не говорят.
А вы знаете, что фитнес-индустрия, я постоянно говорю, это бизнес-индустрия. Поэтому я постоянно в своих роликах везде вам говорю, что думайте головой, а не тем местом, на котором мы с вами сидим. Это очень важно понимать, когда нас водят за нос. А вся информация о полезности классического кардио приходит откуда? От профессиональных бодибилдеров, которые сидят на анаболических андрогенных стероидах, потребляя огромное количество килокалорий. Естественно, им нужно их пережигать. И они ежедневным кардио делают это. Иначе просто заплывают жиром, у кого метаболизм не так хорош. Но не забывайте еще и следующий факт, что классическое кардио для натурального атлета пережигает больше мяса, чем жира. И это факт. Анаболические стероиды позволяют изменить полностью баланс, систему нашего организма. И поэтому людям, сидящим на стероидах, не важно, не страшно. Классическое кардио не действует на них так, что пережигаются мышцы. Есть еще один факт, о котором мало кто знает, и, естественно, практически нигде об этом не говорят. Все вы знаете об инсулине. Инсулин – это самый мощный анаболический гормон. Самый мощный. Нет мощнее гормона. Именно инсулин заставляет нас набирать мышечную массу и набирать жировую массу. Поэтому, ребята, нужно понимать, что гликемический индекс продукта, то есть как быстро усваиваются продукты, обычно это относят к углеводам, это хорошо, это нужно знать, понимать. Но что есть еще, о чем я как раз говорю и о чем мало где информации, это о инсулиновом индексе. Что это такое? Это как быстро поднимается инсулин и достигает пика. Даже не быстро, а насколько высоко поднимается инсулин после приема той или иной пищи. Так вот, об этом большинство из вас, я уверен, не знает. Есть пища, которая вроде бы гликемическим индексом хороша, то есть у вас нет всплеска выброса инсулина, но после нее он достигнет пика и будет действительно очень высокий пик. Пускай это произойдет не сразу, но это произойдет. Почему это нужно знать и понимать? Потому что если вы грамотно умеете использовать инсулин и его эффекты на своем организме, это очень важно для натурально тренирующегося атлета. Потому что стероидники об этом не переживают. Именно стероиды меняют резистентность инсулина к нашему организму, то есть чувствительность организма к инсулину. И у них преобладает мышечный рост. Если мы не сможем настроить себя питанием и тренингом правильно, то мы будем больше набирать жира, чем мышечной массы. А задача инсулина в организме – это накопление мышечной клеткой питательных веществ. Каких клеток? Мышечных и жировых. Так вот, почему многие ребята, тренируясь, и девчонки, вроде бы правильно питаясь, зная даже о гликемическом индексе, но не зная об инсулиновом индексе, набирают больше жира, чем мышц. Либо набирают и мышцы, и жир. Разберитесь в этом вопросе. Я, возможно, сделаю в ближайшем времени новую статью и видео об этом, чтобы вы более подробно понимали. К чему я немножечко затронул сегодня эту тему? К тому, что даже если вы, не слушая меня, являясь натуральным атлетом, все равно практикуете классическое кардио, я вам настоятельно рекомендую разбрасывать силовые дни и дни кардио. Таким способом вы немножечко будете изменять отношение вашего организма к инсулину в положительную сторону. Если делать в один день и силовую работу, и классическое монотонное долгое кардио, для натурального атлета это 100% изменение реакции организма на инсулин, так что мышечные клетки будут меньше воздействоваться от выброса инсулина, а питательные вещества будут откладываться конкретно в жире. Поэтому вы понимаете мое отношение к бегу, к классическому кардио.
Действительно, кардиоработа нужна, но она должна быть интервальной. Об этом у меня есть статьи, видео, вы можете ознакомиться. И кардио должно быть не больше 20 минут. И это кардио должно быть отдельно от силовой нагрузки. Я не против классического кардио только в двух случаях. Мы должны его использовать и применять как для общей разминки перед силовой тренировкой, максимум минут 10, точно так же для заминки в конце тренировки, когда мы используем классическое кардио для того, чтобы вернуть состояние организма в дотренировочное состояние, чтобы не было стресса от резкого прекращения нагрузки на организм, что не очень хорошо. Любое резкое изменение для организма плохо, именно для этого мы делаем и разминку, и заминку. Так вот, классическое кардио, мальчишки и девчонки, только для разминки и только для заминки. И не важно, в какой обуви вы бегаете, не важно, каким стилем вы бегаете, важно, что вы бегаете. Бегая, вы вредите себе. Как быть? Замените бег ходьбой. Каждый вечер, 30 минут перед сном, будут только полезные эффекты. Не забывайте о том, что поясничный отдел позвоночника испытывает больше всего проблем, и именно там появляются межпозвоночные грыжи. Да, процентов 85 межпозвоночных грыж появляются в поясничном отделе. Почему? Потому что образ жизни большинства людей сидячий. Мы сидим, едя в автомобиле или в общественном транспорте на работу, мы сидим на работе, мы сидим в школе, мы сидим в институте, а сидя атрофируются мышцы. А атрофированной мышце не нужны питательные вещества, которые приходят с кровью. Ухудшается, практически прекращается поступление крови в поясничный отдел. Если вы заботитесь о своем здоровье, о здоровье своего позвоночника, о себе, о своих близких, гуляйте с семьей перед сном 30 минут. Помимо того, что это будет польза для поясничного отдела позвоночника, вы будете лучше спать, так как кровь будет насыщаться кислородом. Это отличная кардионагрузка. Пускай она может быть монотонной, но 30 минут гуляния пешком перед сном идеально. И по сравнению с классическим кардио, и по сравнению с бегом, она идеально подходит при любых жизненных обстоятельствах. Помимо того, что это и приятно, и полезно. Многие мне пишут, что бег – это функциональная составляющего нашего организма, что это естественно. Так вот, ребята, так может говорить только не понимающий человек, о чем он говорит. Мы никогда не бегали, разве что только убегая от диких зверей. За животными охотясь, человек не бегал, потому что это идиотизм. Ни один человек, каким бы он ни был суперменом, не догонит быстрое животное, чтобы поразить его, убить его и использовать в пищу. Как происходил процесс охоты? Процесс охоты происходил следующим образом. Охотники быстрым шагом преследовали животное. Животное, видя охотников, убегало от них. Но люди, не переставая, шли за животным, которое, постоянно видя, как появляются в поле зрения опасные существа, убегало. И в течение 2-3 суток люди загоняли животное до смерти. Практически животное попадало в такое состояние стресса, что не могло уже даже передвигаться. И удар копья или лука становился уже чисто символическим. Если вы не верите мне, то подумайте своим разумом, а лучше обратитесь к каналу Discovery или National Geographic, где очень много сейчас подобных видео, которые рассказывают, и что интересно, показывают и в Африке, и в Австралии сохранились аборигены, которые никак не контактируют с цивилизацией и не хотят этого. Живя законами предков, не используя даже практически современную одежду. И люди, изучающие таких людей, такие деревни, такие поселения, снимают ихнюю жизнь, в том числе и охоту. И об этом очень много видео есть. И ни один охотник ни в Африке, ни в Австралии не занимается ерундой, не бежит за животным. Он берет маленький рюкзачок, где есть у него пища, и
Двое-трое суток преследуют животное, которое погибает от того, что бегает. Поэтому, если вы не хотите угробить свой организм, не слушайте блогеров, не смотрите нелепые, смешные батлы, зарубы, где они бегают по беговым дорожкам. Мало того, что я против бега, так я категорически против бега по беговой дорожке. Это совершенно неестественно. А если вы еще при этом выставляете максимальный угол, максимальную скорость и пытаетесь бежать, то это верх идиотизма. И верх идиотизма, я считаю, преподносить это своим зрителям как какое-то достижение. Конечно, это достижение, но в основном современные блогеры, по крайней мере я, пытаюсь научить вас, как быть не только большим и сильным, но в первую очередь здоровым, сохранить свое здоровье и приумножить здоровье. Но как я могу советовать или участвовать в подобных батлах? Никак, потому что это противоречит моей философии, философии моего канала, моей жизнедеятельности. Я сам не бегаю, но я стараюсь гулять, я тренирую мышечные волокна окислительные, тренирую свои мышцы на то, чтобы в них было много митохондрий. А здравомыслящие современные люди, изучающие спортивные разработки, в том числе работы профессора Виктора Силуянова, знают, что выносливость – это не тренировка сердца. Поэтому, если вы бегаете еще для того, чтобы быть выносливым, вы тоже занимаетесь ерундой. Конечно, выносливость слегка повысится, но не так, как можно ее повысить с помощью тренинга, специального тренинга. Всего за 2 месяца вы можете выйти на пик, максимальный пик своей выносливости. Любой человек в любом состоянии может прийти к своему пику выносливости, всего лишь выполняя определенные упражнения, которых сейчас в интернете много, в том числе и на моем видеоканале, в моих видеоуроках и в моих статьях. Думайте всегда, ребята, головой. Смотрите на любую тренировку через призму сохранения и улучшения здоровья. Именно поэтому я против кроссфита. И вы увидите, и многие сейчас уже говорят об этом. Но я говорил об этом с тех пор, как только появился кроссфит. Нет вреднее сейчас занятия, чем кроссфит. Классический кроссфит, когда вы выполняете силовые упражнения без отдыха, без пауз, без промежутков между каждым упражнением, приводит к ухудшению здоровья, к увеличению левого желудочка сердца, что обязательно скажется на вашем здоровье. А 90%, ребята, из вас, пришедшие в тренажерные залы, занимаются максимум пару месяцев. А если вы отзанимаетесь даже год в кроссфите, ваше сердце увеличится именно в левом желудочке, и вы уже никогда не вернете его в прежнее состояние. Его можно только растянуть. Говорят, что нужно тренировать сердце. Сердце тренировать не нужно. Практически все, 98% спорта, физической активности, которой вы занимаетесь, тренирует ваше сердце. Даже если вы качаетесь, ваше сердце подстраивается под вас. Сердце – это идеальный орган. Мы рождаемся с идеальным органом, который тренировать не нужно. Почему оно не устает? Не задумывались? Потому что оно целиком и полностью состоит из окислительных мышечных волокон, которые, как вы знаете, отвечают за выносливость. Поэтому закончу свои мысли, иначе можно об этом говорить не один час. Бег категорически нет, особенно по беговым дорожкам. Я за функциональную здоровую ходьбу, ежедневно, ежевечерне, перед сном. Также после этого полезно выполнять комплекс растягивающих упражнений. И спать будете лучше, и здоровье будет лучше. Мне многие пишут, как заказать тренажер, о котором я постоянно говорю, гиперэкстензии. Этот станок придуман великим пауэрлифтером. И этот станок – единственное упражнение, единственное движение, которое служит как декомпрессия для межпозвоночных дисков. Друзья, вы можете, если хотите, добиться того, что ваши залы приобретут такой станок. Не нужно самостоятельно его изготавливать. Подпишите петицию
Подбивайте всех людей, которые тренируются в зале, чтобы они писали в журнале жалобы, предложения об этом. Вы думаете, это невозможно? Я тоже так думал, но уже двое людей из России, из разных городов сказали, что они добились того, что ихние фитнес-клубы купили им подобный тренажер. И я считаю это большим достижением именно моим, потому что я настоятельно рекомендую постоянно в своих видео, не просто потому, что я это придумал, а потому, что это реально работает, потому что у меня межпозвоночные грыжи и протрузии в каждом отделе позвоночника. И именно благодаря этому движению, этому упражнению я смог прийти, вернуться к силовой работе, настоящей силовой работе. Вы видите в моих роликах, я приседаю за 200, не на 1, не на 2, не на 3 повторения, и тяну за 200, тоже не на разы, благодаря именно этому упражнению. Кто хочет, тот добьется. Есть хорошие станки фирмы Matrix, и если вы наберете станок для гиперэкстензий на английском языке, вы увидите, многие фирмы выпускают его. Насколько я знаю, по-моему, даже в линейке Life Fitness он есть. Все зависит от вашего желания. И если вы хотите, вы настоите на том, чтобы руководство вашего клуба дало вам этот станок. Кстати, вот идея для батла. Я лично, последний раз выполняя движение гиперэкстензия, смог сделать 8 повторений с 204 килограмма. Вот это полезный батл, который не просто показывает развитие вашей силы, выносливости, и даже не столько показывает, насколько мы хотим высоко поднять наше эго. И это не глупый, бесполезный, опасный батл, когда вы бегаете по беговым дорожкам. А как бы я ни относился уважительно к нашим блогерам, ко всем, ну, подобные видеоролики снимать глупо. Просто по той причине, что вы этими роликами наносите вред своим подписчикам. А есть еще такие нелепые просто батлы, когда пьешь банку пива и делаешь жим лежа. Но, ребята, это вообще просто ни в какие ворота не лезет. Поэтому следующий вопрос, который я хотел бы обсудить, это как я отношусь к тому или иному блогеру. Мне постоянно пишут, как я отношусь. Да никак я не отношусь, ребята. У меня нет времени просматривать каких-то других видеоблогеров. Да, иногда, пока я еду на тренировку или на хоккей, я включаю YouTube-канал, могу что-то послушать. Но обычно это то, что мне интересно с точки зрения познавательного. Я смотрю познавательные каналы, не развлекательные каналы. Поэтому большинство посетителей YouTube, как вы знаете, это посетители и искатели развлечений. Действительно, придя с работы или откуда-то, хочется просто поваляться, посмотреть что-нибудь развлекательное. Я, кстати, смотрю тоже развлекательные каналы, чисто поржать там, рассмеши комика, Comedy Club, Comedy Woman. Мы с женой любим посмеяться, тоже отдохнуть. Но в первую очередь тратьте свое время, нет, тратить не то слово, проводите время с пользой, изучая то, что полезно. Тогда и знания будут, и будут понятия, потому что знать и понимать – это разные вещи. Можно знать, что спорт – это хорошо, но не понимать, что бегать – это плохо. И на этой ноте давайте закончим сегодня. Увидимся в тренажерном зале. Обязательно пишите свои вопросы в комментарии. Но большая просьба, очень много вопросов однотипных приходит на то, на что у меня уже не один ролик, не одна статья. Помимо видеоблога у меня есть еще сайт, на котором есть и мои видео, и мои статьи. HMGym. Я всем настоятельно рекомендую, перед тем, как задавать вопрос, ознакомьтесь со всеми моими материалами. Вы можете найти бесплатные тренировки начального уровня, как для парней, так и для девочек. Для парней практически на 2 года расписано все бесплатно. Вам не нужно тратиться, не нужно вступать в мою закрытую платную группу, если вы не прошли начальный опыт, начальный уровень, не достигли определенных силовых показателей. Берегите, пожалуйста, мое время, уважительно относитесь к своему времени, не тратьте его попусту. Всем пока!